Всем привет, друзья! С вами Аня Крафт, и это будет влог с конюшни. К сожалению, звук будет только наложенный, потому что когда я была на конюшне, был сильный ветер и ничего не было слышно. Ну, плюс помехи какие-нибудь, так что приятного просмотра. От дачи до конюшни примерно 10-15 минут. Наконец-то я приехала на конюшню. Ну, еще до тренировки времени много, целый час, так что можно найти какую-нибудь себе работу, пообщаться с лошадьми и так далее. Сегодня теплый день. И, кстати, я пошла сегодня в крагах и кроссовках. Я взяла с собой свои вещи и пакет яблок. Сегодня я попрошу побегать галопом. Думаю, мне это удастся. Кстати, совсем скоро у нас экзамены. Планирую, конечно, я перейти в среднюю группу, может быть, и не сдам, но я уверена, что я сдам. Я уже подготовилась к тренировке и пошла к своему любимому ребенку. Это Мика. Она довольно-таки маленькая. Ну, ей примерно 6-7 месяцев, наверное. Она, в принципе, характерная, очень веселая, кусается постоянно. А яблоко кушает по частям. Я стараюсь так, чтобы она не упала, чтобы ей было очень удобно и вкусно. Она очень любит почесушки, поэтому я тоже ее постоянно чешу, а вот она кусается. Точнее, она играется. Как всегда, надо ее почистить. Она постоянно ходит за мной. Потому что у меня всегда есть яблоки. Абсолютно каждую тренировку я ношу по пакету даже больше. И не только яблоки, но и арбузные корки. Меня все лошади здесь табун знают как приносительница вкусняшек. Никак иначе. Ну-ка отстань от телефона. Весь экран закрыли. У кого-то зачесался круп. Ну, попка. Я уже села на коня. Это Гром. Сегодня моя тренировка будет на нем. Мы уже размялись. Совсем скоро будем рысить. Вот уже конец тренировки. Мы хорошо порысили, пробежали по схеме. Ну, так сказать, подготовка к экзаменам это была.
fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken. Ну, друзья, спасибо за просмотр. Всем пока и до скорых встреч!